А мне бы хотелось писем в конвертах, тех, что с почты носил почтальон, что сочиняли месяцы больше и долго писали чернильным пером, а после хранили в шкатулках, комодах, а те, что на память, закладки в семейный альбом. Там в каждом слове жизни история, там из букв можно было узнать про целый дом. И жанров не меньше, а страсти хватит, чтоб фильм или спектакль написать потом. Как жаль, что сегодня хватает два слова, без препинания знаков сбросить с утра на ходу в телефон. А мне бы хотелось писем в конвертах с маркой и штампом, и чтобы принес их домой почтальон.